редко встретишь плохой футбол. Надеюсь, и сегодня. И вот состав Дортмунда. Вы видите расстановку игроков на поле. С этой схемой команда может получить преимущество в центре поля. На экране стартовый состав гостей. Три нападающих. Это серьезная угроза для соперника. Да, и в атаке им также будут помогать игроки средней линии. Парк, где редко встретишь плохой футбол. Надеюсь, и сегодня. И вот состав Дортмунда. Вы видите расстановку игроков на поле. С этой схемой команда может получить преимущество в центре поля. На экране стартовый состав гостей. Три нападающих. Это серьезная угроза для соперника. Да, и в атаке им также будут помогать игроки средней линии. Парк, где редко встретишь плохой футбол. Надеюсь, и сегодня. И вот состав Дортмунда. Вы видите расстановку игроков на поле. С этой схемой команда может получить преимущество в центре поля. На экране стартовый состав гостей. Три нападающих. Это серьезная угроза для соперника. Да, и в атаке им также будут помогать игроки средней линии. Парк, где редко встретишь плохой футбол. Надеюсь, и сегодня. И вот состав Дортмунда. Вы видите расстановку игроков на поле. С этой схемой команда может получить преимущество в центре поля. На экране стартовый состав гостей. Три нападающих. Это серьезная угроза для соперника. Да, и в атаке им также будут помогать игроки средней линии. Парк, где редко встретишь плохой футбол. Надеюсь, и сегодня. И вот состав Дортмунда. Вы видите расстановку игроков на поле. С этой схемой команда может получить преимущество в центре поля. На экране стартовый состав гостей. Три нападающих. Это серьезная угроза для соперника. Да, и в атаке им также будут помогать игроки средней линии. И наш матч начинается. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Аарон Мартин. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграл. Деление.